Медведев какой-то, да поборолся. Как? Кирчина. Надо вас. Ты прям бегаешь уже, да? Вась, ты будешь теперь со мной ногать? Мы такие варенькие, добрячие. Супер, больше ничего не лезет. Еще ты подзернил. Сережа, подай мне там эту бумажку. Вот, давай. Спасибо. Пишите глубже. А, еще одну буржуйку ставить. А попу вон оттуда тянется. Заходим, заходим. Оставьте коридор все пустым. Перебазарили. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше собрание. Прибудь с нами, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Наболящих потом. С праздником. С воскресеньем. И вас воскресенье. Все мы, конечно, рады видеть нашего брата. Очень рады. Слава Христу. Брат с нами вновь. Спаси Христос. Да, можете меня из болящих уже исключать. Так можно что, уже? Да, все почти. Ну почти еще, значит, здоров. Да. Спаси Христос. Слава Христу, аллилуйя. Чтобы совсем уже был здоровым. Не спеши взрослеть. Господи. Хорошо. Еще о болящих. Кто у нас болящие? Так, ну я можно доложу сразу. Так, Алексей у нас заболел, ангина у него, и у них был пожар в подъезде. Вы знаете, причем страшный пожар был, такое все задымление было. Они там на пятом этаже, говорит, пока, да, у Загуляевых, пока спускались. Вот молиться нам надо крепко друг за друга. Так, Раиса Николаевна у нас в больнице лежит. Ей удалили совсем глаз. Вот болящий какой глаз у нее. Удалили совсем его. Ну вот, может быть, ее даже завтра и выпишут уже. У нее были страшные головные боли, связанные вот с глазом. Ее привезли, и спасти никак уже нельзя было. Так, Борисова тоже у нас заболела, Валентина Павловна. И завтра у нее день рождения. Помолитесь за нее крепенько. Две Валентины, ну, Любовь Николаевна их обихаживает, но они тоже всегда поклон передают. Так, Тамара вот нету у нас ее, но я не могу, у меня есть телефон сестры ее, но она не берет трубку почему-то, не знаю, буду еще сегодня звонить. Да, надо звонить еще, узнавать. Да, так, ну еще,
Это Татьяна Новикова, она тоже болеет у нас, продолжайте за нее молиться. У нее щитовидка там сейчас воспаленная, и, видимо, еще и операция предстоит. Так, теперь поклоны передают Нина Жолнирова, Нина Свечникова с ней разговаривала, тоже молится за нас и поклоны всем передает. Нина из Осинников, кто помнит, бабушка к нам приезжала, тоже разговаривали. Так, Мария Яковлевна Унагаева, Анна Кузьминична, Валентина Ивановна Кравченко, все приветы передают. Любовь Петровна, она себя плоховато маленько тоже чувствует, молитесь за нее. Ну, тоже поклон всем. От Яговитиной Любы всем поклон низкий. Да. Она звонит иногда мне. Стоит это молиться. Так, и большой поклон от Маши Барабаш. А Калашникова? Да, она теперь Калашникова. Они, на, они вместе с мужем на клире поют. И муж поет. Она счастливая. Слава тебе, Господи. Запоешь. Она это проводит, да? И еще, братья и сестры, помните Сиськов Алексей Семенович, который из Корчина? Так вот, его в очередной раз прооперировали. Когда хирурги там смотрят его, говорят, а на каких фронтах-то бывали вы? Весь изрезанный, от пятки до макушки, что называется. Опять грыжа, грыжу прооперировали. Ну, у него такая вот соединительная ткань. Не только кости, а вся соединительная ткань несостоятельная. Какая это... грыжа? Четыре. Да. Нет, нет. Вот, так что молитесь. Но он в тихушку, как всегда, и не знаю, Игнатий, знали, что его прооперировали? Алексея Сиськова? Нет, не слышал. Вот прооперировали его. 25-й его прооперировали, грыжу прооперировали. Нет, у вас там лежит? Да, в общем, в отделении общей хирургии. В отделении общей хирургии, он говорит, я быстренько тут домой собираюсь уже все. Ну, он такой, шустрый мужик. Разговаривал на днях с Татьяной Ильиничной Козловой, с мамой Сережи Козлова. Он, говорит, не выходит, практически ни с кем не общается. Ну, чуть полегче стало, и вот теперь просят есть. Я уже даю ему все, что раньше не давала. Уже как бы махнула рукой. Все давать. Да. Я говорю, ну, конечно, если появился аппетит, ну, пусть поест хоть человек. Конечно. Но он все убедил себя, что у него там рак какой-то. Ну, вот, вроде как обследовали кровь, там смотрели. Сказали, что нету, но онкомаркеры, наверное, посмотрели. Я не верю. Ну, одним словом, вот такая ситуация. Но молиться о нем постоянно нужно. И о духовном, и телесном, и о маме Татьяне Ильиничне. Ей трудно, конечно. О жене моей Надежде молитесь. Ну, так у нее не проходит конъюнктивит, и вокруг глаз кожа воспаляется. Как выйдет? Она должна часто ездить своим родителям. Мама там совсем плохая уже, практически не поднимается. Ну, 88 лет. По отцу вот исполнилось 1 января 90 лет, а ей 88, 9 января. Ездит по холоду, как только проедет, опять у нее все там воспаляется, ячмени и всякие там. Вот еще наша сестра, видите, даже дотронуться больно не дает. Упала вчера еще, да, вот, сильно ушиблась, и едва сегодня прибыла на службу, помолитесь о Маргарите. По Анастасии могу сказать, что мы сделали ей обследование очередное, полгода прошло уже, вот, мы посмотрели, значит, сделали фиброскопию, ну, там анастомоз, вроде как все нормально, вот только пищевод, как был эрозированный, так и есть. Воспаление сильное, эрозия, практически на протяжении всего пищевода. Так что весь прием пищи всегда... У нее часто заброс желчи происходит, поэтому желчь все это обжигает. И зубы там валятся, нужно зубы ремонтировать. Один зуб удалили, восьмерка там гнилой был зуб. Так что много проблем, много вопросов. Там у нее нет...
гормонов практически женских, поэтому надо будет восстановить, заместительную терапию проводить, надо будет консультацию провести еще, там в диагностическом центре нужно провести, посмотреть кости, какие, какой плотности, потому что разрушается кость. Ну, очень много вопросов. Так что молитесь постоянно о ней. Вот, ну и естественно, раба Сергия, брата Сергия из Воронежа, его маму всегда помните, несите на крыльях молитвы. Еще кого болящих мы не вспомнили. Мы приболели. Да, вот дети, это Юлия, не забывайте, я всегда помню Юлию, но тебя еще вот и дети. Дети тоже болеют. А у Гали заболели все равно? Пока не знаю. Нет, Галя сегодня позвонила утром, да. Холодно. Они не приедут, просто холодно. И Зоя Шубина тоже позвонила, что тоже они не могут там выехать по холоду. Ну, понятно. Машины замерзшие. Ну, Надежда Ивановна, она тоже по холоду не поехала. Да. Прошу прощения, мы молились в Москве, Дмитрий больной был. Да, еще болеет. Обследуется, болеет еще. Да. Хорошо, что помните. Спаси Христос. Вот. Ну и на таком фоне болезненном мы должны сегодня... Хоть одну радость быть. Да, радостная весть у нас. А? Василий выздоравливает. Василий выздоравливает? Не выздоравливает, не выздоравливает. Выздоравливает, но тоже, слава Богу, аллилуйя. Вот. У нашего дорогого брата Николая сегодня день рождения. Много лет именины. И кручина. Кручина, но это из именинства. О, Полинарии было 18-го именина. Так что всем много лет. Здравия душевно телесным. Многое лето, многое лето, толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 по 14 стихи. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Толкование. Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами, ибо много отраслей самолюбия. От него рождаются самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога, ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот, что иное делает,
как не отрицает Бога и простите. Ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против него. Высокомерие низвергает человека на самую низшую степень и употребляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу. Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного, ибо он говорит: «Благодарю тебя, Боже!» Но последующая его речь исполнена решительного безумия, ибо он не сказал: «Благодарю тебя, что ты удалил». Дочитай. Ибо он не сказал: «Благодарю тебя, что ты удалил меня от неправды, от грабительства, но как? Что я не таков». Сереж, дай попроще. Поэтому фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной силе, высокомерен, а отсюда дошел и до осуждения других. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренномудрия в фарисее и словом «став», ибо у смиренномудрого и вид смиренномудрий, а фарисей и во внешнем поведении обнаруживал тщеславие. У фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. Посмотри на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Сначала он сказал, каков он не есть, а потом перечислил и то, каков он есть. Сказав: «Я не таков-то, как прочие люди», он выставляет и разные добродетели. «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть от того, что приобретаю, ибо должно не только уклоняться от зла, но и творить добро». Псалом 33:15. «И прежде должно удаляться от зла, а потом приступать к добродетелям, подобно тому, как, желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду». Вопреки страсти прелюбодеяния он хвалится постом, ибо похоть рождается от чувственного пресыщения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей. А фарисеи подлинно постились во второй день великий, во второй день недели и в пятый. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает 10-ю часть от всего, что приобретает. Грабительство, говорит он, и нанесение обид столько мне противны, что я отдаю даже мое собственное. По мнению некоторых, закон заповедует вообще и навсегда десятину, а те, кои глубже исследуют его, находят, что он предписывает троякого рода десятину, закон. Об этом подобно узнаешь из Второзакония, глава 12 и 14, если приложишь внимание. Так вел себя фарисей, а мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцания горних предметов, так как
Они любили смотреть на блага земные и пользоваться оными. Он ударял себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы и пробуждая оное от сна к сознанию, и ничего другого не говорил, кроме сего. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. За все это мытарь пошел более оправданным, чем фарисей. Ибо нечист пред Господом всякий высокосердый, и Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Притча 3:34. Иной, может быть, удивится, почему фарисей, хотя немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осужден. А Иов и очень много высказал о себе великого, однако ж получил венец. Это потому, что фарисей стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его и осуждал других, когда не побуждала к этому никакая польза. А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страдает за грехи, и исчислял свои добрые дела для славы Божией и для того, чтобы люди не ослабевали по пути добродетели. Ибо если б люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные, и он страдает за них, то они стали бы удивляться от совершения, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел, и таким образом вместо страннолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо милостивых и правдивых немилосердными и обидчиками. Ибо таковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим уже о том, что в самых словах его, по-видимому, велеречивых, просвечивает совершенное смиренноумие, ибо, цитирую, «если бы я был, — говорит, — как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Иов 29:2. «Видишь ли, он все возлагает на Бога и не осуждает других, но скорее сам терпит осуждение от друзей». А на фарисея, который приписывал все к себе, а не к Богу, и без нужды осуждает других, справедливо наводится осуждение. Ибо всяк возвышающий сам себя унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя через осуждение возвысится, будучи оправдан Богом. Так и сказано. Цитирую, «припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться». Пророк Исаия 43:26. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Ну, после Священного Писания «верю в Бога» у меня, конечно, медицина на втором месте. Поэтому я о медицине немного скажу. Все в рамках той теории, которая говорит о том, что на Земле нашей должно остаться 1 миллиард. Остальных надо просто убрать. Поэтому я прослеживаю, что медицина в нашей стране, в частности, в Российской Федерации, под флагом модернизации низводится совершенно до обратного. Оптимизация, модернизация, все это, всякая зация. С одной стороны, натравливает пациентов на врачей, врачей на пациентов, и вот такая вот вражда идет, и поэтому
избиение сотрудников скорой помощи и в стационарах врачей. Ну, опустили уже ниже планки, что называется. Еще теперь хочу вам сказать, что рассматривается создание нового института в юриспруденции. То есть юристы будут заниматься так называемой ятрогенной патологией. Что такое ятрогения? То есть ятрогения – это когда, например, делают колоноскопию, то есть ввели колоноскоп в кишечник толстый, а у больного изначально в результате болезни была тонкая, очень истончена стенка кишки. И во время этого произошло повреждение этой стенки кишки. Вот это он не намерен это, он с целью того, чтобы исследовать и поставить диагноз правильный, делал этот врач. Но вот, поскольку ятрость – это врач. Ятрогения, то есть в связи с тем, что врач делает какое-то обследование или какое-то лечение, получается побочный эффект. Вред. Да, как бы вред здоровью нанесен. Да, нанесен, нанесен, понятно, но неумышленно. Поэтому такие изменения, они всегда были и рассматривались, и все это рассматривалось, и потом приводились, естественно, всякие обследования, то есть расследования проводились, и, чтобы не допустить в будущем повторения таких явлений, ошибок. Теперь же, так называемые ятрогенные патологии. То есть заведомо врач – враг. Дело врачей формируется, как это было в 30-е годы. Дело врачей и ссылали в Сибирь куда и подальше. Среди прочих был у нас очень грамотный, очень толковый терапевт Вольфович, вот, еврей. Они были с женой из Риги высланы сюда в Сибирь. И вот они тут остались и жили, и работали. Рассказывали, как им пришлось здесь несладко. Но, одним словом, они вот претерпели эти мучения. Я хочу сказать о том, что с одной стороны, вот такая ситуация, о которой я вам рассказал, и с другой стороны, действительно, врачи в настоящее время, многие заинтересованы прежде всего в прибыли своей. Если нас учили, что мы должны быть бескорыстными в советское время, а сейчас прежде всего корысть. Вот. Ну и с другой стороны еще, в институтах, в университетах обучение, конечно, уже не то. Изначально, потому что даже вот азы, что называется, медицинских знаний, это морфологические вот основы всего организма человеческого, изучаются не на трупах конкретно, а на каких-то муляжах, которые там рук уже прошли, там все... Даже не поймешь, где что и как обозначено. То есть уровень. И при том всякие там объединения, там неврологи, например, объединили ухо, горло, нос и глаз, или там еще чуть ли не с гинекологией объединяют там. Ну, парадоксальные какие-то явления совершенно происходят у нас, в частности, в нашем университете. То есть люди настоящие, ученые, они бегут из университета, потому что невозможно работать. А кто преподает? Ну, те, кто... Как учат? То есть, вот, с одной стороны, и подготовка плохая врачей, с другой стороны, они заинтересованы, прежде всего, в прибыли в своей, прежде всего, телец золотой. Вот. И с другой стороны, натравливают на пациентов, пациентов на врачей. То есть, это все направлено на то, чтобы здоровьем нашим некому было заниматься. Значит, живите, как выживайте, как можете выжить. Я брата хочу попросить, вот тут есть материал, который хотел бы, чтобы он потом мне прокомментировал это создание этого института ятрогенной патологии. Ятрогенной, так сказать. Заранее, что врачи во всем виноваты. Ну и немножко лирики. «Деда, погоди», последнее стихотворение Леонида Филатова. Помните? Про Стрельца, Федота Стрельца. Вот, это его. Как-то он мимо меня прошел. И я вот когда вот как-то в интернете наткнулся на него, и меня просто поразило это стихотворение, которым я хочу поделиться с вами. Тут это эмоции сплошные. Один из известнейших и всенародно любимых артистов, а также писатель и поэт Леонид Филатов перед смертью долго болел. Да, у него почки болели, и он длительное время был на гемодиализе, то есть он был привязан к периодическому... очищению крови с помощью аппарата искусственной почки.
Вот. И, кроме того, у него еще был инсульт, и очень, очень длительное время болел. И это он считал за, как бы, страдает за прежние свои грехи. Так он об этом и говорил. Да. И я думаю, что он пришел к Богу, и есть еще ролик, где он говорит, дает интервью по поводу его, ну, своих мыслей о смерти. Он говорит о Боге. Вот, в общем, он говорил о том, что он осознал все свое. Не надо забывать, что он курил, как паровоз. Внучки там вокруг него бегают, он сидит старый, еле двигается, и курит, и курит. Курил, кому-то сказать было ему. Да. Вот. Он перенес инсульт, потерял одну почку, через год вторую, жил на диализе целых 2 года. В ожидании донорской, а после пересадки прожил еще несколько лет. О том, что помогало ему держаться, он незадолго до смерти писал чудесное, глубокое и очень светлое стихотворение. В этих строках все, что нужно знать о любви и желании жить. Тот клятый год, уж много лет, я иногда сползал с больничной койки, сгребал свои обломки, осколки и свой реконструировал скелет. И крал себя у чутких медсестер, ноздрями чуя острый запах воли. Я убегал к 2-летней внучке Оле. Туда, на жизнью пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд пруди, но день сгорал, и солнце остывало. И Оля уставала, отставала и тихо ныла. «Деда, погоди!» Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных гостей. Ну и в палате слышал Олин голос. «Дай руку, деда, деда, погоди!» И я годил. Годил, сколь было сил. А на соседних койках не годили. Херели, сохли, чахли, уходили. Никто их погодить не попросил. Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком «Деда, погоди!» И я гожу. Я все еще гожу и, кажется, стерплю любую муку, пока ту крохотную руку я в своей измученной руке еще держу. Если хотите, вот. Да, можно. Ну, я еще и на что он курил. И на табачерка. Вам слово. Ему врачи сказали. Так, Ваня, там, сядьте на место пока. Вас касаться пирожек. Ну, у нас общий. Вот сказали о пожаре. Пожар-то так просто не возникает. Сначала нужно разогреть. Поэтому на пожаре быть полезно. Ян Златоуст когда перечисляет, где людям полезно быть? На похоронах, в судебных залах, где осуждают человека, при казнях, чтобы ты видел и применял к себе. Сколько людей сгорает, сколько разбивается. Вот воскресенье простое, вышел на улицу, бедро стоит залой, Надежда Васильевна выносит и ставит. Я пошел на улицу, гляжу, там такие клубы дыма. Непонятно где. Я скорее за компьютер. Ага, горит. Горит на Ползунова 31, у старого базара где-то, старое историческое здание. А ребята ушли и с собой не взяли ничего. Я скорее в карман прибор и туда. И благодарю Бога, вовремя пришел, а к пламени, ну, зайдите в интернет, увидите. Я стоял и снимал. Около 9 машин насчитал только пожарных. Милиция, МЧС. Пламя, ну, я не знаю, пламя, ну, не меньше 50 метров кверху только, а дым-то 300 метров. Это все засняли мы. Я там немножко сказал о Боге. И сказал о том, что вот говорят власти, не заботятся о людях, совершенно. Вот это пример, где власти заботятся. Сколько медицинских машин. Если кто там, пожарники, там стрела выдвинутая, горит, они там оттуда поливают. Все это непросто. Власти очень заботятся, когда беда. А когда беды нет, да нитки могут обобрать тебя и вытолкнуть. Второе, что на этой неделе было? Температура стала падать до 30 и ниже. Но наши ездили, вот у нас сидит здесь Черепанов Василий. Даже крещение у нас принимал. Но он не причащается. И, ну так просто. И вот я встал утром, и как же на морозе он там? А он там где-то. Все, какая деревня-то? Бельмесево. Бельмесево. Ну как, его надо привезти, машина нужна. Звоню
Пупкову Сергею Павловичу машину не завести. Ну, звоню Андрею Головачу, та же история. Ну, куда? К Николаю Павловичу, к Кручине. И вот эта Кручина, из Кручины людей вытаскивает. Договорились. Теперь надо с Сергеем договориться, чтобы принял его. Ну и зовут меня, я зачем я поеду, там все ясно где-то. Но чем ближе приближается машина едет, у меня нет сил уже усидеть. Нет, я поеду. Собрался и поехал. Там своими глазами все видел у него. Он долго не мог открыть, там у него застыла дверь. Он плоскогубцами ее открывал-то. Я говорю, тебя вот он возьмет, договорились с Сергеем. Ты чтобы его слушался? Само собой. Мне этого достаточно. Говорил? Говорил. Ну вот сегодня, чтобы постригли его. Он приехал, его тут помыли, как ехали. Удивительное дело. Николай где-то там выезжал, а там это на даче он где-то живет, электричество отключено. И когда доехали, обернулся назад, а там длинный кусок колючей проволоки. Колючая, которая на зоне где-то. И не попало, не намоталось, и под шину не попало. А в таком-то морозе, что бы там было? И вот он сейчас там находится. Сережа, что нужно для питания? Сделай так, чтобы он не платил. Я тебе все дам здесь. И рожки, и ножки тут какие. Что есть. И сильно его ты по мере. Ты нигде не делаешь неправильно-то. Ну, никаких, чтобы насмешек не было, иронии не было. Интернет, знаете, как загудел. Все заснято, поставили. И вот все жалеют. Это такой человек. Да там, да. А сейчас уже говорят, ну расскажите, кто он такой. Да я и сам не знаю, кто он такой. Мне надо еще узнать. Но люди просят. Но нападают на Сергея Павловича. Держат. Это ты с собаками готов там в клетку посадить. Я так успеваю убирать эти отзывы. Матюгаются Сергея там. Вообще ужасно. Сережа, очень прошу. Он действительно в два раза старше. Почти. Ну и отнесись как к гостю. Все время примеряй. Приняли человека, приняли меня. Это Христос. Господь себя олицетворяет с каждым человеком. Вот это, ну, поэтому знаете о чем. Я говорил, каждый раз приходите на собрание, на занятия, пишите, о чем говорили, о чем молились. Я сейчас буду говорить о важных делах. А у нас как, подскакивает туда, там, за стол. Не кормите, пока не зарядятся духовно. Значит, о Василии молиться, о Сергее. Ну, это необходимо. Даже в космос отправляют, и как у них, если общая, если разница... Не задушат ли друг друга они там, в кабине в этой. Дальше. 2 дела, очень важных. Вы слышали, Головин, отец Владимир, город Болгар, Болгар или Болгар его зовут, и это в Татарстане. Да. Кто слышал о нем? Многие. Он очень популярен. У него всегда в храме, он сидит, беседа, отвечает. Очень простой батюшка. Ну, мне он тоже не посторонний, ему как-то вопрос задали. Берет интервью женщина в платочке, так аккуратно. А к вам столько людей приходит, к вам не подходит тщеславие, гордость. Он говорит, а где? Ну, нет, не подходит. А почему? Ну, а кто я такой? Вот начинает перечислять. Алфеев, вот смотрите, как Осипов, такая проповедь, столько знания. Там он перечисляет их. Патриарх нравится, говорит. А потом остается, ну, еще есть человек один горячий. Когда говорит там каждую главу стих. Да в сравнении с ними-то я... Кто я такой-то? И меня называют и показывают где-то. Я его не знаю где-то. И вот сейчас на него очень сильное гонение. В прошлом, на этой неделе объявили ему войну. Буквально войну. А кто? Миссионерские отделы. Самое страшное, что изобретено патриархией. Самое злобное, как Дворкинское это. Ну, просто ужасно. А я в курсе дела, что там с ним делается. Ну, если бы он был здесь, сейчас бы могли бы переговорить или там. Обвиняют его в чем? Много людей. Сейчас тысячи людей едут к нему. И он объявил такое. Молитва по согласию. Ничего плохого в этом нет. Я вот давно уже наблюдаю там, и даже однажды отзыв сделал. Вот о чем согласились? Вот тебе нужны детей. Детей нету. Или другой парализованный лежит где-то. Вот соглашаемся, чем больше людей, и Бог обязательно это сделает. Нигде этого не написано. И тут правильно заметили. Почему мы должны волю Божию себя подчинять? Волю Божию просить. Я прошу его Владимир звать, и все, что от него зависит, взять его просто на молитву. По согласию я тоже вас прошу о нем. Он хороший батюшка.
Он любит народ, храм там. Ну, видно, если бы я один ролик смотрел, то много смотрел. Но у него везде комментарии отключены, я ничего не могу написать. Нашел в одном месте, я кинул наши ресурсы где-то. Ну, и он вот отзыв-то еще давал. Видимо, маленько что-то про нас знает. Ему нужна помощь. И вот приезжают люди, ну, обязательно надо излечиться. Кто не поверит, если болеет-то? Болеет. У него специально сделали одеяние такое, где мазать грудь надо. Здесь вырезана рубашка, там та-то. Открыли настоящий, говорит, бизнес. Рубашка там стоит, там, ну, грубо говоря, там 100 рублей, продают там за 200, уже подсчитали, все. И он мажет. Ну, какая тут вина-то? Я никак не могу взять. Какая вина его? Ну, сделал так там, ну, или поднимет она платье там, или что-то помазать грудь надо. Секта. Уже секта. И кто? Иринея Леонского, Новосибирский, это миссионерский отдел, они злобные такие, они не раз на меня нападали, и ни одного слова истинного нету. А тут все собрали. У него 25, кажется, лет с женой живет он. Ну, он необычный, может, артистичный такой мужчина, я не знаю, ростом такой, как Дыбунов, но только еще, кажется, выше. И он стоит уже в такой форме, когда он был, видимо, не священник еще. И она стоит, оделась как по свадебным венцом. И тоже ничего нету, но рядом стоят с иконами. И теперь это повторение чина венчания уже, это уже идет далеко. То есть они его подталкивают к какому-то делу, а дальше уже хватают сами. Вот мне объявили, сектант. Все. А раз сектант, их учили, икон нет, и приходят иконы, есть. Это они повесили ради. Ему надо отправлять. Изначально ложный вывод, от него дальше идут. У них нет епископа, у нас есть епископ. Но это не специально, там мужика наняли, это не епископ. А потом его палками гонят. То есть на нас говорят, он сначала сектантом назвал, а дальше уже враг народа, значит, все теперь лепи на него. Он желал убить Брежнева, желал быть помощником Гитлера, дальше что угодно, враг народа. Наркотики. Это тоже в людях есть. И вот молиться о нем. Еще. О нем больше я говорить не буду, просто молитесь. Ему нужна помощь. Ему нужна помощь. А как вы думаете? Мне думать не надо. Человек нуждается в помощи. Нам заповедано молиться, а не анафеме предавать. И особенно, когда давят. Дальше. Один священник молодой, когда-то я нам говорил, Грозовский Глеб. Там у него спортклуб какой-то подчиняется ему. Видный, статный, как его называют, одуванчик. Но у него детский лагерь. И не один. Где-то в Греции и прочее это. И вдруг жалоба. От 8 до 12 лет девочки, он там приставал, там или что-то, где-то лежал, и что-то. Но он занимался еще вот по наркозависимым, а там большие средства отпускают. И он на пути стал. Речь идет о миллионах. Он популярный такой. Ну, молодой, стройный, высокий, поджарый такой, ну, футболист. И он понял, что дело очень серьезное. И нашли двух свидетелей, девочек. И он уезжает в Израиль. Ага, бежал. Он говорит, командировка. А командировки не было. Но дальше у него дед еврей, тут дальше будет. Они защемили его очень крепко. Теперь прокуратура требует, Израиль, выдайте нам его. А теперь, ага, невиновен ты, вы не бежал. Ну, знаете, какая юстиция, сколько невиновных было. Чикатило пока поймали, уже двоих расстреляли. Двоих расстреляли. Которые Чикатило даже и не знали. Но и каждый раз расстреливали ее как убийцы за тех мертвецов, которые на Чикатило висят. Он говорит, обвинение-то хоть маленько-то представить надо, тогда бы. Но дело пошло не так, как он думал. Он там у стены плача, на коленях молится, плачет. А, так ты теперь православная. Жидовская стена, там молятся все олигархи, все грабители, и он с ними вместе теперь. На коленях молился, человек плакал. Но это обвинения дикие, просто безумные. А как вы думаете, было что? Его там, пока он в Израиле, его арестовали, он в тюрьме. В это время раз, в которое в Израиле женщина приходит, моя дочь тоже сказала так. Она когда увидела, и он сказал, он со мной то же самое делал. То есть речь идет уже, год прошел. Ничего нет, выступает мать, сестра, жена. У него сколько-то детей, да еще приемных он взял. Ну, тут вообще, выдадут, не выдадут. Там проводят расследование, он подает, я не знаю, еще что-то там им, чтобы там не выдавали. Его выдают и привозят сюда уже в наручниках. А теперь на него со всех сторон наседают. Дело подвели к суду. Ничего не доказано. И когда он в суду был, уже там к
Кто-то ушел, кого-то надавили, и вдруг еще двое выходят. И с нами тоже было. 2 года прошло. Что было? Как? Какие? Он отказался от детектора лжи. Выступает женщина-психолог. Я 30 лет, говорит, в экспертизах, судебных, везде. Он ни по виду, ни по поступкам, ни по чем не подходит на педофила. Но я, ну, меня спрашивают, я эксперт высшего класса, не подходит. Меня спрашивают, почему вы не вступаете там за отца Владимира? Я ничего не знаю, сказал только молиться. Кто я такой? Сейчас вот наседает, дайте особый ролик об Осипове. А кто я такой? Он профессор, а я кто? Ну, я сказал, что не нравится мне. Я говорил, действительно, 80 с лишним лет, бритый в галстуке масонском. Мне не нравится. Ну, и на него монахи насели, его книги там сжигают, показывают, и он отрицает, что... Ну, он говорит, как профессор-то. Ты часто делаешь такие расстановки, допустим. Итак, это открыто. Итак, открытым оком. Это один раз за всю проповедь, может, и когда. Не на каждом слове растягивать. Попутно сказать. У Осипов такой есть, замереть, и я нигде не даю это. Кто я такой? За собой надо смотреть. Но суд прошел. Вопреки всем ожиданиям, его осудили и 14 лет. За убийство сегодня нынче больше 5-7 лет не дают. Ну, понятно, что это... Я знаю, что такое сидеть там, быть... Его патриархия отказалась, там его тоже там сразу, которые арестовали, сразу отказались. Патриархия не заступается. Попал, все мгновенно, как Андрея Кураева, сами ходатайствуют, чтобы выгнали от профессора МГУ отовсюду где. Ну, это люди такие. Это новые данные, которые есть. Я прошу помолиться о нем. Дело в том, что он меня тоже касался. Его когда-то спрашивали, кто такой Игнатий Лапкин. Он ничего не знает. Он говорит, ну, я не знаю. Он ничего плохого не сказал нигде. Ну, у нас же есть православная вера. Еще вы кого-то где-то ищете, не знаете. Был бы рядом, то другое. То есть он мне не враг, и тот не враг. Но я переживаю за того и за другого. Я прямо с ним вместе в камере, кажется, сижу. Их таких там гнобят. Его будут насиловать. Сделает его петухом. А с такими нельзя, значит, нигде не взять, что ни со стола, нигде пить кружку нельзя. То есть только у параши лежать будет. Вот их, которые педофилы, их ненавидят даже эти, которые заключенные там, и не дай бог туда попасть. Не дай бог. Я говорю о детском лагере. Мне, ну сколько там, 2-3 года был, 45 лет. Мне-то не приписывали, что я с детьми где-то, девочки там, но наоборот, что я суровый, там наказываю. И ничего не доказано было, ну и больше ничего и нету. А теперь выступают матери за там, которые были дети в лагере. Ну все положительно говорили. Они суды все проиграли, а потом заставили отдельно на телевидении показать, что этого не было, опровержение, оплатили мне деньги. То есть у меня другая ситуация, но не потому, что я лучше. Бог сохранил, как у Евы, Бог защитил. А это могло быть. Признали девочку одну, ей лет уже 15 было, рослая такая. И, ну, она взята, какие-то дедушка с бабушкой, но они ее берут там на месяц, на два. И она буквально, видите, идет. Она буквально хватает его. Савченко. Ну, я сказал сейчас, когда дети даже в архивах, я Никите в прошлом году наказался, там у него мальчики были, даже пальцем нигде не прикасайся. Строгость не помешает, они нуждаются, отроки, в этом. Ваня там был, вас нигде не трогал, никто? Нет. Нигде. То есть я трясусь буквально над этим. Когда-то приехал председатель совета, милиционер, и шли у нас по двору, увидели, конопля растет. А мы можем сейчас вот вам наркотики приписать. Я говорю, ну, давайте попробуем. А потом где-то слово, тоже педофил, прозвучало. Но где сказали так, ветром надуло-то? Я сразу же к ним, кто говорил это слово? Нет, никто. Они зарекаться, клясться стали. Мы нигде ничего не говорили. То есть... Ну, ничего нет, и так Бог пронесся, и мимо. И хорошие отношения сохранились, и они поняли, что я обязан заботиться о себе. Я не в углу сижу где-то. Значит, его звать Глеб. Пожалуйста, запишите. Пожалуйста, молитесь по согласию, вот как они говорят. Мы согласились. Ну, ничего нигде мы не делаем. Давайте назначать время, часы, псалтырь там, ночью считать. Нет. Как можешь. И сколько можешь. Акафист почитаешь, акафист. Ну, богослужение вспомнишь на это. Отец Владимир... Отец Глеб. С него сам не снятый, он отец. Ну, потом я попрошу брата Константина в конце рассказать, как что было, и
мне, ну, и это опыт. Потому что кто попал где-то в аварию, мы ехали дорогой, мы много видели этого. Николай помнит, как проходит где машина впереди между двух этих грузовиков, легковая, только из, там, из железа рука торчит, и все это уже. Мы видели это все, опрокинутые большие фуры, и там куда все летело с них. Еще на следующей, наверное, неделе, февраль-то у нас где-то рядом здесь, первое воскресенье февраля, на этой стороне у нас написано, был открыт у нас сайт. Это означает теперь Mail.ru, форум, Facebook, Twitter, Одноклассники, там, ну, YouTube у нас сколько открыто, это к этому. Кто что знает, то, что получил через это, что-то приготовьте, потому что речь идет не о двух человеках. В прошлый раз я говорил, необыкновенно много стало подписчиков сразу. Ну там 100-200 человек, сейчас 13 тысяч человек только подписчиков. И просмотров уже 12 миллионов. Речь идет о миллионах. Поэтому нам есть за что Бога славить. Ну все. Все чтобы... Детей отправим? Да, отправим. Да. Да, ну. Вот смотрите как. Нам... Может быть, нужен будет священник. Мы молимся об этом каждый день. Записывать, о чем молиться, чтобы Бог дал нам священника. Чтобы Бог дал нам священника. Молимся. Если угодно тебе, добавляйте всегда. Если угодно тебе. Вот приезжал тут, у нас был отец Александр, священник. Мы его не знали. И получилось не так. Просто большие были неприятности. Но батюшка сказал, как вот. Приезжает, то стараемся помочь. Кто-то дал овечку, кто-то там еще что-то. Чтобы когда вырастет, и тогда такой же вернул. Это мы не просто раз оторвал. Лишнего никого ничего нету. Ему подарили, я не знаю, не или две телки, может быть, даже стельные. Овечки там, батюшки где-то. Он никому не сказал, в одну ночь зарезал. И поехал. Уехал, не простился, ничего никто не знает. Просто как говорят-то. Нет, и все. Это на нем осталось. Его звать отец Александр был. С него сан не снят. Или помолиться о нем. У него своих было 6 или 7, да еще приемным там какой-то был. Чтобы Господь дал ему веру. Во-первых, он должен, кто давал, не погасив долга, он уехал. А потом надежды наши оказались тщетными. Писанием совершенно не хотел заниматься. И которые вот на Игоря нападали, там, ты знаешь, Дыбунов. А он там священник, который прям гнобил его. Лузин, отец Александр, да, Красноярский. А он туда мотался на машине. Друг его был, он сказал, помогали, я кто как могли. Буквально машинами загружали, все было. Ну, жаль, это все на нем лежит, чтобы Господь как-то эту тягость. Он никуда не денется. Если долг, он долг на нем будет. Он ничего не будет понимать. Везде будет из рук выпадать, гореть. И это от Бога. Поэтому и о нем помолиться тоже надо. У нас в Потеряевке Роман Малыш приехал, который. И вначале тут, что он, земля плоская, не шарообразная. Сказал, ну какая разница? Теперь дальше он пошел. Дальше он нигде ничего не знает. Образования, конечно, никакого. И он человек хороший. Настолько он нужный, настолько он помогал нынче. И на машине, ну везде, куда ни кинь, везде. Пилить тем сваи, все он. Но у него там каких-то друзей никого не было. Он все в интернете сидит. Теперь у него там железный этот контейнер, он в нем сидит. И вот он там все это. Чип, ННН. И у батюшки узнал, говорил ННН. Значит, до этого сказал, если приезжает митрополит Сергий, я в храм не буду приходить. И вот ты в уме или нет? Теперь он идет дальше, находит. Теперь находит, что в храм ходить нельзя. И не на ну батюшки, он безблагодатный, и он какого-то нашел, который там отучен или под анафемой. Ну, что-то где-то есть. И он сидит там и уже начинает работать. Сейчас взял 30-й том, вот этот вот, вчера ролик выставил, по моему 30-му тому. Ну, не в осуждение, ничего. Для меня он по-прежнему такой же дорогой. Никаких анафем, ничего нигде не может быть, только плакать и молиться. И помочь. Он уже там основание это сделал. Но вся трудность в том, что он землю не оформляет, документов нет. Показывает он по интернету, как паспортом заграничный сам жжет. И, ну, это не наше. Я говорю, священное начало патриархии высказалось очень определенно, четко и ясно. И добавлять к этому нечего. Ну, все правильно, до буковки правильно они сказали. Он не слышит, а это еретики. Все, патриарх, все еретики.
не говоря уж там о католиках и где-то. О Романе помолиться. Как о человеке, которого я знаю, который мне очень помог во всем. Он для меня дорог-дорог. И как он думает, в любой день к нему подойду сейчас, а кто такой, даже денег нет. Он там с украинским еще гражданством. И это все в один день тебя будет. А я не буду. Никто разговаривать не будет. Если я спрошу братца Себастьяна, могут его арестовать за то, что он без всяких документов и прочее строится? Депортировать. Могут? Могут. Граждане другого государства. Могут, понимаете? Это опасность. Нужно сделать так, чтобы Господь как-то бы устроил, чтобы не было этого. Тем более, сейчас они перерегистрируют эти все ролики. Молитва, опять же, запишите. Я только прошу, молитесь. И, перечисляя, ты вникни в это и скажи человеку, как тяжело. Вот он, Константин, полежал в больнице, а я как бы вместе с ним заболел. Буквально. Внутренне. Я не заболел где-то. Только молиться. Вперед, Сергей парализован, залазит у меня и все. Да Бог так делает. То есть в молитве на первое место становится. То есть он нуждается где-то в другой республике, в другом государстве, лежит в больнице. Я все это наворачиваю себе в голову. Ты представляешь, что это со мной. Не подумала, не подумала. Ну это если я сказал, вот, ну, понятно. Еще вот какое. Приближаются выборы президента. Уже на политическую тему сказать. Внимание. Сегодня разные кандидатуры подставляют, которые никто не знает. Я не знаю, там, какие у них проценты будут. Но им нужно сейчас, чтобы сегодняшний президент был никакой. То есть лгут, матерят, что угодно делают. Безобразие какое. То есть богохульные прямо люди вылазят. Я не голосую никогда. Не голосую. Но помолиться надо, Господи. Утиши людей, то чтобы в себе искали беду. В себе. Ну, любого царя, да, если у тебя в голове царя-то нету, что у тебя будет-то? Ну, давайте нового царя, как Николая хорошего. И что, расстреляют его? Он всем должен угождать где-то. И мусульманам, и буддистам, потому что он гарант Конституции, а не Слово Божие. Он-то. И приближается где-то уже совсем. И скажу, что врагов там много, и обвиняют, в чем попало, даже то, что несуразное. Это тоже должно быть близко. Мы ежедневно поминаем имена Владимира, Дмитрия, местного губернатора, дальше Дональда и всех, которые есть. Это заповедь Божья. И мы должны это воспринять так, что это касается нас. Вот мы ехали дорогой, вот Николай сидит, Павлович здесь, и мы говорили, чем мы сейчас недовольны в дороге-то? Он первый говорит, я доволен. Я за ним следую, я доволен. Нам позволили, мы едем, никто не отнимает. Тут груз у нас есть, останавливаемся. Нас не преследуют, нигде зря не давят. Ну, и лагеря бы не было при прежней власти. Книг этих не было, новых людей не было, общины не было. Охота туда, коммунисты идут. Сейчас коммунисты дают голос за Грудинин, там, как кажется. Да, Павел. Мы знать не знаем никого. И я ни за кого... За то, чтобы воля Божия была. Господи, да будет твоя воля. Ты выбери. Ты нашел Давида. Ты послал к нему пророка. И отец никто не знает. Да есть один там пасет какой-то пастушонок. Но именно он будет. Он. Там еще битва предлежит. Еще ракеты направленные. Но уже камушек где-то готовим. Он в лоб ему заедет. Пастушонок. И сказали сопредельное государство, филистимляне. Вы верите, что его могут победить? Голиафа, да никто его не победит. А сказал, так ты что вышел на меня с палкой? Я разве собака? Он говорит, ты хуже собаки. И он вышел его и сразил. Это на всю мировую историю пример. Выпрошенный у Бога. Ненужного отвергает, а нужного поставляет. Я о выборах вот, хотел сказать. И о самом маленьком. О внешнем. Говорят, разницы нет. Какой знак? Нет, большое. Поставили знаки все вместо знамений наших. Это говорит Давид. Значит, у нас крест. А крест четырехконечный, он на ризе. И шестиконечный и восьмиконечный, который бывает на храме. Мы его и придерживаемся. А если звезда пятиконечная? А если там что-то еще, другой знак будет? Крест. И поэтому звезды допускаются, но не... Пятиконечная, масонская, не шестиконечная, сионистская в Израиле. А то разницы нету. Это неправильно.
У нас тут на иконе, я их привез с Жарданвиля, на какой-то иконе, кажется, преображение, и там шестиконечная звезда. Я глянул, присмотрелся правильно. Батюшке сказал, он даже не видел. Мы его сняли, Надежде Ивановне Польгуевой дали, она аккуратненько так все это сделала. А тогда была Фаина, она что-то заволновалась так. Она ко мне подошла, даже в университете как было, и говорит, а вы что, верите, что синагога сатаны? Я говорю, зачем мне в это верить? Это все определенно, и как вы думаете? Златоуст это сказал. А в ней сын там находится, и, видимо, в синагогу ходит. Мы должны пользоваться священным писанием. Как Бог сказал, не надо, а думать. А зачем думать, когда сказано? Сказано, и на этом все. Вот сидит рядом со мной Любовь Николаевна Фатеева. Я попрошу о ней всегда молиться. Она за двумя больными ухаживает. И между ними больными-то еще не все ладно-то. И она одна там с ними. Она никого к себе, дескать, не пускает. И я услышал это дело и заволновался, и скорее поехал. Запустила, мы там побыли. Они особая молитва, чтобы Бог дал ей до конца все выдержать. Она врач, она знает, что и прочее. За двумя больными бабками за 80 лет... Ну, это просто надо... Никак там, укол поставила и пошла в палате. А здесь все, они рядом на глазах. Ну, вот у меня что за неделю накопилось. Много угля уходит. И мы еще без угля остались. Ладно, выписали, да какой-то... Сколько в прошлый раз выписывали угля? Что именно? По цене или как? Да, ну, по цене. И сколько машин было это по цене? Ну, 5 тонн мы в прошлый раз. Мы получали 5 тонн? Да. А сейчас... А сейчас 2 тонны привезли. 2 тонны. Быстро идет уголь. Если будете, помните, что мы здесь находимся, какую-то с пылью дали, остатки вообще нигде нету. Я считаю, около храма, который около тамбура там есть, его заполнить до конца надо. НЗ неприкасаемый. На тот случай, что там нигде нету. Ладно, мы двора этими дровами заполнили. Такую большую площадь обогревать надо, это не просто так. И люди, которые сегодня не пришли, они не пришли из-за холода многие. Да. А нет, ну ясно дело, тяжело. И... Ну вот все. Для мужчин отдельно. О знаках начал говорить. Вот приходят к нам, я сегодня видел один, пришел, приходит расстегнутый верхняя пуговица. Зачем? Он не знает. Галстук и верхняя пуговица – это масонская. Тебе тоже надо потрудиться среди своих. Среди своих, среди деда, среди... Других кто это? И они все расстегивают. Никогда не расстегивайтесь. Вот, смотри, я застегнулся в армии. В армии застегнулся. 60, говорится, лет назад. И все на месте. А почему? Расхристанность, когда так человек идет. И кроме того, это форма, которая принята. Вы не увидите нигде, ни одного в Думе, чтобы он был без галстука и застегнутый. Этого нигде нету. Или расстегнутый, или это связано между собой одинаково. Это масонский знак. Я многого не знал, вот их нашел. Вот пуговок 10. Нижняя пуговка костюма должна быть расстегнута. Я смотрю, идет там какой-то президент где-то страны. Все они разные, у всех одинаково. А он не будет это застегнут, иначе тебя выбьют. Это так много они ставят, а мы ни во что ставим. Оно имеет значение. Имеет. И можно понять, что чей ты и кому принадлежишь. Вот. Галстук я давно знал, аксессуар 20 века, это вместо цепи на собаку. Ну а вот это, потом только узнал, это у них в уставе написано в масонском. Не подключайся под иго с неверными. Все. Вопросы. Еще у кого есть слово? Да, ну, нет, можно? Нет, сняла вопрос. Нет. Одумалась. Хотел это, ну... Поблагодарить всех, ну, кто помнит, может, никто не молится. Машина у меня как в аварию попала уже в начале ноября, и все меня мурыжили. Это АСКО, фирма, в которой я состою, страховая компания, она не просто обанкротилась, там им нужен был уставной фонд на этот год больше, и они решили таким путем пойти, что кому-то часть продать, чтобы им влилось денег, там еще 100 миллионов им надо было. Чтобы продолжилась эта страховая группа. А там пришли мошенники. И они наоборот все деньги перекачали себе. И вот прям в одно мгновение эта АСКО оказалась вообще без денег. И поэтому там никто ничего не понимает, куда ни звонишь. Они в набережных Челнах, там, ну, где выпускают автомобили, да,
они там зародились. 28 лет она уже на фирме. Самая первая страховая группа у нас автомобильная. Вот так вот. И получилось так, что сейчас, ну, мне как бы повезло в том, что вот эта блондинка, девушка, которая у меня въехала, женщина, она оказалась в согласии застрахована. И там вот виновники выплачивают, значит, они все равно деньги перечисляют этой фирме, в которой я состою. Ну, а тут получилось так, что напрямую. И там они в верхах договорились, оказалось, таких случаев 4, ну, когда вот зависло, что эти в согласии виновники, а мы Васка. И вот нас 4 этих таких случая перевели вот в согласие. И согласие, вот они позвонили мне из Москвы, они уже в Москве, эти нормальные офисы. И сказали, что у вас есть дело, то есть у меня дело, номер такой-то. И в ремонтной мастерской меня будут ждать. Я созвонился с ремонтной мастерской здесь на Кутузова. И они теперь будут составлять дефектовку, что у меня в машине потайного там еще разбито. Я говорю, машина хоть и ездит, говорю, но там мне уже ее разбирали, сказали, что там внутри еще много запчастей. Они говорят, все это мы, говорит, вам разберем, все эти части дефектуем, то есть напишем опись и передадим в нашу головную. И там нас считают. Ну, короче, еще какое-то время пройдет, прежде чем они возьмутся ремонтировать. Ну, слава Богу. Так, вот, так что благодарю вас. Так что, Аска, Аска или Игорь? Аска или какая-то другая компания? Аска именно? Аска, все, банкрот. Да. Аски не будет, скорее всего, сказали, что не будет. Это компания идет укрупнение, называется «Согласие». Компания. Ну, они что-нибудь сделают, может, они, да. Это я просто идет укрупнение, поэтому они... Ничего не знают. Но знаю только, что всех людей, с которыми я работал в Аске, их всех сократили, ну, поувольняли. Уже уволили, как бы там незаконно, там юристы, ну, в общем, ну, это не влияет. Так, еще сообщение. У нас в уставе деревенский говорится, зимой приглашать и разрешать приезжать никому нельзя. Никогда, ни под каким видом. Поезд приходит в 12 ночи, первый час, и ни одного строения нету, даже туалета никакого нету. Чистое поле. Человек приезжает, дороги нету, едут через Урывку. Вообще, куда приехал? Ночь, зима. На какой стороне Потеряевка, он не знает. Ближайшее село там 10 километров. Пурга. Звонит Игорь Барабаш. А там, когда приезжаем, мы, железная дорога, и тут переезд один где-то. Прямо на переезде зарезала человека. Шел Потеряевку. Это на неделе. Кто он? Александр. Александр. Сказали так, но я ничего не знаю, только то, что мне сказали. Труп увезли в этот, где-то там, в морг. Я батюшке, он уезжал отсюда в Томск. Зачем он ездил, тоже не знаю. Все, таяться не пойму. Я говорю, ты живой? Живой. Кто? Я теперь начинаю гадать. Кто? Никому не разрешено было. Он услышал, узнал. Как правило, бывают люди такие. Даже не разрешишь им никогда. Балмушный. Самовольно. Поехал. Я думаю так, когда он автобус где-то разобрал. Где дошел до, где остановка. Слез, нигде ничего нету. Знак стоит на Потеряевку. Я так думаю, разыгрываю, что может быть так. Говорят, что он с трассы сошел. И дороги нету, а железную дорогу видать. Ну и, конечно, он в ботинках, и он пошел на прополую, до дороги, а там дальше станция. И он по этой шел, а может и не трезвый, усталый, ну или как. И он до переезда только доходит, не до переезда, не разъезд где, а переезд через линию это. И тут его, это беда. Одна линия идет, не двухколейка там. Одна, туда и сюда, открытое поле. Но километра на два видно вдруг в другую сторону. Как попасть? Ничего пока не известно. А молву пустили так. Наш батюшка шел, и его зарезали, и при нем миллионы денег. 100 тысяч. 100 тысяч? Да. Вот это, я уже, наверное, не расслышал. Вчера он звонит, а я вот, он говорит, живой. Он радуется, что живой. Так что, кто будет собираться, и как, чтобы этого не было. Брат Константин, если можно, расскажи, как ты попал в аварию, я буду слушать. Что-то... Послушайте, это наше близкое и родное. Ехал по делам в Казахстан, свои дела все сделал, возвращался назад. 4 утра, ну, я выспался накануне, дорога пустынная, там те же Алтайские горы, только со стороны Казахстана. То есть... Ты на машине на своей? Да, на своей, я один ехал. Встречных мало машин было, в попутном направлении тоже почти машин не было. В звездная ночь, тишина и пурги не было. И на
На повороте встречный, он просто не справился с управлением. И он, получается, на встречку выехал. А кто он такой? Машина какая? Машина большая, Паджеро. Ну. Да, тяжелая, я от него отскочил, как мячик. Скорость небольшая была. Он тоже этого не хотел, то есть, ну, так получилось. Обычный мужчина работает слесарем в автомастерской. Русский, да. Родители немцы у него. Немцы. Их переселили, когда война была и так далее. Это в Казахстане было? Да, да, да. Это Восточно-Казахстанская область. Вот. Ну, вытащили меня из машины, посадили на попутку, увезли в больницу. Вот этот мужчина, Олег его зовут, машину мою притащил, свою машину тоже на эвакуаторе притащил. Ну, купил мне лекарств, купил мне там белье, потому что я без всего был. Ну как, смены не было. Приносил мне еду в больницу, то есть... Видно было, что он заботился, видно было, что он сам сожалеет об этом. Вот. И расстались мы с ним по-хорошему. Сейчас вот эти все с документами идет там оформление, видите, другое государство. Мне надо было оформить загранпаспорт, чтобы там счет открыть, чтобы у меня хоть какие-то там возмещения было. Плюс это все затягивается. Должен быть там суд, после суда потом страховая будет все вот эти свои... манипуляции делать. То есть я сейчас, получается, и без машины, и без денег пока. А что повреждения? Какие обнаружили? У меня-то? Да. Ну, у меня вот... перелом грудины? Грудина была, это... Ну, как? Перелом. Перелом, да. Перелом. То есть трещины, ребра все болели. То есть это я сейчас могу двигаться, переворачиваться, спать хоть могу нормально. А то вообще прям даже... Ребра что, не поломаны были? Нет, ушибы были. Вообще. Да, ушибы. Грудина есть, хватает. Да, вот и века мне зашили тут. Ну, видно у тебя, что да, с глазом. А руки, да. Ноги, кости целые? Ну, вот нога. Сломанная. В Казахстане сказали, что ушиб. Здесь приехали, рентген сделали, вроде как перелом. Вот. Ну, сейчас я уже хожу. Гипс у меня сняли. Так, маленько наступаю. Ну, болит еще. Вот, то есть, без слава смещения. Богу. Был смещение. Да. Потому что Форд был. Поэтому... Автотас, капец. Подушки сработали, да, получилось еще так, что там, получается, же горы, да. Я мог улететь туда вниз. Там, конечно, не круто было так, ну, пологий склон, но ну, все равно мог. Переворачиваться. Да, меня задержал вот этот, когда дорогу чистят по бокам. Буртик. Снежный буртик такой, и плюс дерево росло еще. Вот. Повезло. А так бы еще загорелось. Слава Богу, мэр города губернатор подъездил. Мы ехали не быстро, медленно ехали. Просто он вылетел. Там поворот был как раз. У него шины были уже без шипов. И вот поэтому... Да. Ну и машина попалась такая, что она большая, тяжелая. Поэтому вот. И удар такой сильный. А сколько ты лежал в больнице там? Там неделю лежал, потом здесь приехал, дома переночевал, и еще раз меня в больницу положили. Так, ну а там лежал в больнице, там не знали, что ты верующий? Да, да, знали. Ты молился или как? А у нас там был верующий еще, как, там, ну как, три казаха и два русских лежало. И вот казах, значит, приехавший из Монголии, там у них программа переселения есть, по-русски вообще не разговаривает, читает по-арабски, а мы все спрашиваем, ты что читаешь, молитву или просто рассказ? Он улыбается так это, ничего сказать не может. Каждый вот. Ну, отношение было хорошее, чувствовалось, молитва, что да. Люди молятся, поэтому и там расположение было. Я напоминаю, это про священника. Да, в первый день пришел священник из храма, из местного, отец Михаил. Я так удивился, думаю, вот это да. Но он недолго был, минуты буквально 3-4-5, может быть. А к кому он пришел? Ко мне пришел. Надя звонила. Надя туда звонила. Надя всех подняла. Надя подняла всех. Потом от его местной церкви пришли две женщины. Они 2-3 раза ко мне приходили, мы с ними поговорили. Я о вас рассказал.
об общине нашей рассказал. Им интересно было все это дело послушать. Вот. Сайт-то выдал. Да, да, да. Обязательно. Вот. Ну и приходила там с акимата, это местная администрация, так называется, женщина тоже сказала, если помощь нужна какая-то там. Вот именно с бумагами. Но у меня контакты сейчас ее есть, то есть там, если что, могу ей написать, чтобы посодействовала. А там ихняя ГАИ или там, что там у них? Да, у них полиция. Все оформили, привезли, все там сделали. А эти мусульмане открыто намаз совершали? Нет. Это который врезался? А ты вставал, молился как? Крестился или лежа-то? Да я лежа, я вставать-то там встанешь на 5 минут и тут же лечь уже надо. Там тяжелое было. А пища-то среду-пятницу не давали соблюдать? А там такое постненькое дают, знаете, что... Там все дни постные. Там такая похлебка, я думаю, вот это, да. То есть там вообще вот кому из дома приносят, те как-то еще более-менее питаться можно. А так там дают, ну, буквально вот... Каши. Поддержать, да? Постненькое буквально, да. Компотик, кашка какая-то, вот супчик с картошечкой. Там даже мяса не было. Сквозная видимость. Да, да. Я говорю, о, это по мне как раз. Позже был еще. Вот. Так что... А ты хоть как-то мысленно ощущал, что мы тебя... Конечно. Я говорю, что по расположению людей, что все хорошо. Ну как хорошо? Конечно, то, вот этот случай, как сказать, ну... Страшно. На всю волю Божию, да. Но то, что люди помогали, заботились, все, что так, ну, получилось, ну... Отправили в больницу, положили и какую-то помощь оказали. У них, конечно, старое все, там больница старая, это ж провинциальный город. Ну, как он называется город? Зыряновск. Да, Зыряновск. А, это районный центр? Да, да, как могли, все как сделали. То есть. И медсестры, ну как, они такие все заботливые. Единственное, что... Врачи там все казахи, а вот медсестры наполовину казахи, наполовину русские. А тебе на работе то, что там больницы оплачивают как-то? Нет, на работе не оплачивают, это я ездил по своим делам, а оплачивает фонд социального страхования, сколько там Надежда? 200 рублей в день. 200 рублей в день. А процент какой-то? 200 рублей в день! 200 рублей в день, его не богато, но... Уже 3000 прислали. На еду хватит. За 3 недели. Ну, спасибо. Хочу не отказать себя. Благодарим Бога, что Господь сохранил нашего брата, что восставляет его, восстанавливает. Да. Всегда помните, не только когда плохо, а помните, когда лучше стало, когда Господь убрал болезнь, когда извлек из какой-то беды. Всегда благодарите Бога. Коротко. Случай был вчера со мной, прошу помолиться, значит, 7 утра, звонок, полиция. Опять полиция. Тебе везет на них. А когда было? Да было. Да у тебя все есть полиция. Это не полиция. Да было уже все. Не полиция, так еще годность. Значит, звонок, во дворе сидит кавказская овчарка, нужна ваша помощь. В ошейнике, без привязи, без хозяина, 7 утра. Можете помочь? Я говорю, а кто? Собака серьезная, кто оплачивать будет мои услуги? Резонный вопрос. Да он тебя покусает, у тебя опять будет губа. Резонный. Ну, он такой замешкался. Ну, хозяин этой собаки. А хозяина нет нигде. Ну, вроде как поймаете, это самое, потом хозяина найдете. Это же не такси, да? Вот. Ну, я такой, пока это, он мне на жалость. Ну, говорит, ну, дети, а время, суббота, школу, в это время дети идут в школу. Вообще, это работа полиции, обезопасить детей. Вот. Пострелять не хотят. У них есть кинологи, у них есть оружие. Но. У них есть дресс-костюм, у них все для этого есть. Конечно. Не хватает только мозгов, прости. Значит, ну я по доброте душевной, хоть мне Игнат Тихонович запрещал этим делать, заниматься, ну, как бы. Угу. Почему запрещал? Говорит, ты нам нужен живым. Угу. Живым.
Но меня-то не собаки, меня собаки кусали, как бы, это я знаю. Но тебя тянет на подвиг. Но меня на подвиги тянет, я с детства мечтал быть каскадером, и у меня эта мечта, значит, она, еще пока что не детская, как говорится, зорька в одном месте. Так, давай, скорее, где вы? Вот, значит, я соглашаюсь. А они, значит, я говорю, ну у меня только машина, говорю, не заводится, говорю, пришлите машину. Они меня садят, значит, вот как у тебя был этот патриот, четыре таких товарища с оружием, значит, и я такой, значит, в костюмчике захожу, петелечку беру, они меня, значит, везут на место, где эта собака. Пришли. Заезжаем во двор, собаки нет. Покружились там, значит, все, ну что делать? Я говорю, а почему, говорю, вы не оставили никого? Стреляй. Ну дети молчат. Холодно, мороз, им надо всей толпой, значит. Я говорю, а если он сейчас жрет кого-то, говорю, вы не отмоетесь от этой крови-то. Поехали. Они такие, ну. Поехи напугаешь. Ну извините, отвезли меня ко мне, извините. Ну здорово. Я говорю, а вы, говорю, в Ласку звонили, это организация, которая занимается отловом собак, которой я работал, с которой я ушел. Ну, они трубку не берут, они что там, твой телефон дали, да и все. То есть они за это деньги государственные получают. Я, значит, бесплатно должен их ловить. И плюс к тому всему, сейчас они на меня травлю. То есть они понимают, я их обличаю в этом, что они. Денежки. Присваивают. Ну вот. А женщина там какая-то, да, пишет тебе? Да, в Одноклассниках там меня там все. В общем, этим должны заниматься все, кто угодно, только не Пупков и не Ласка почему-то. Ну, а если Ласка выиграла тендер, они со мной заключили устный договор, а кто этим должен заниматься? То есть зоозащита, она, собаки должны жить, кавказец, он в ошейнике, милиция уже все, он раз в ошейнике, он хозяйский, его стрелять нельзя. Он, да мы, говорит, его и не застрели. Ну как у вас калаши есть, берите калаши, стреляйте, там забор такой. Ну, то есть вы должны обезопасить все по барабану, понимаете? Участились покусы, вот Надя звонила, где вот этот три случая, никогда таких не было статистики. Я ей говорю, вы что делаете? Я собак ловлю, а они их стерилизуют и обратно в то же место. Все. Ну зубы-то им хотя бы спилите заодно, ну, пока их там стерилизуете. Но они же не делают это. То есть они в это свято верят, что убийство животного — это тяжкий грех, за который мне гореть в аду. И пугают меня Богом, понимаешь? Я их не убиваю пока. Но если они начнут убивать ваших детей, я буду приезжать и убивать. О, да. Стоп. Я открыто это говорю, понимаешь? Но лучше этого не. Про убийство не надо сегодня. У нас воскресенье. На чем просьба молиться конкретно? Чтобы не убили. Чтобы Сережу не убили. Чтобы Сережа не точил ножик на бедных собак. Я вам нужен, если живой. Молитесь, не нужен, но не молитесь, значит. Будем молиться. Сереж, ты нам нужен живой. Сереж, ты нужен не каскадером нам, а христианином. Ну, я Христов воин, я идеологическую войну с ними веду. Вот и воюю не идеологически, а духовно. Еще у кого есть слово? Просьба, пожелание, благодарение. Вы заметили, какой красивый у нас сегодня брат Иван? Косоворотки. Да, это ему сестра сшила. Енапа. Наконец-то. Да. Я хочу поблагодарить всех за молитвы и прошу продолжать молиться, потому что у меня там конца и края не видать в оформлении наследства. Ну, еще и не вступили, но и... Жизни-то хватит. Жизни 10 лет. Ровно 10 лет. Так что не отчаянись. Вот сейчас суд уже вызываю, чтобы в суде там все было по Божье. Это прошло. Там суд обязательно. Вот у нас брат Севастьян помогал. Итак, у вас продолжение спроси, у нас, значит, песнопение, занятия, и сегодня занятие вечером, 6 часов, 6 часов, сиди положим. Достойно есть всякого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим. И славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распрей,
от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что закрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Брата Валерия сегодня не было.